имя Хаджи Базарова, который сейчас появляется на стенах исторических библиотек, которую 36-37 год, 1837 год примерно ее строительство этого здания. Это действительно большая честь для университета, с одной стороны. С другой стороны, мы очень рады, что наши выпускники приобретают такое увековечение века, потому что это действительно и честь нашего университета, которую они уже несли на протяжении 19 века. Сейчас мы вспоминаем о них. И мы очень рады, что университет Бурятский государственный начал носить имя нашего выпускника вот буквально пару лет назад, чтобы я знаю, такое решение было принято. Первый ученый своего рода, по мнению некоторых историков, первый бурят, получивший европейское образование, окончив императорский университет. Человек, чье имя сейчас носит Бурятский государственный университет, Дарджи Банзаров. В 2022 году будет праздноваться 200-летие ученого, а пока что на здании библиотеки имени Лобачевского Казанского университета установили мемориальную доску с именем выпускника. Сегодня мы чествуем одного из выдающихся учеников, выпускников Казанского университета, который оказался первым бурятским ученым. По сути, это был первый из инороческих народов человек, который получил классическое европейское образование, который получил классическую ученую степень и претворил, наверное, жизнь идею еще того наркома просвещения России в 19 веке, что инорочные народы тоже могут получать классическое образование. Дарджи Банзаров в июне 1842 года окончил Казанскую гимназию золотой медалью и поступил в Казанский университет на философский факультет. Во время учебы овладел многими языками, среди которых монгольский, калмыцкий, английский и латинский. С 1848 года до 1850 работал в Казани. Банзаров не смог продолжить научную работу в Казанском университете, поскольку по условиям того времени вынужден был вернуться на родину. По словам ректора Бурятского университета, установка мемориала была совместным детищем двух вузов. Инициативная группа была вот, нашего землячества бурятского. Казанский университет откликнулся на это предложение. Мы очень благодарны руководству Казанского университета за ту работу, которую вы проделали, потому что действительно в короткие сроки вот, организовать эту работу, это всегда очень сложно. Как заявил проректор Тимирхан Айшев, когда 200 лет назад создавался Императорский университет, одной из основных его задач была подготовка научных кадров для территории Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Азии. И установка мемориала с именем первого бурятского ученого подтверждает то, что Казанский университет справляется со своей миссией. И, безусловно, важно то, что фактически сегодняшнему увековечению памяти мы подтверждаем миссию Казанского императорского, сейчас потом государственного, по подготовке интеллигенции, по подготовке людей, которые двигают науку вперед, находятся на переднем крае развития научных исследований в различных областях. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс.